700 гривен, тут мы говорим 50, да, в 10 раз меньше. Чуть-чуть, понимаете, да? И это не разлетавочка. Другое дело, то есть формулировки, я понимаю, скандальный броски, так же как Дак закрылся, переехал на выдачу. Да, это вот прошел по всему интернету. Ты никуда не переехал. Это завод, там невозможно жить театром. Для того, чтобы обеспечить театр, это нужно купить оборудование, на которое нужны деньги. Да? Это нужно, чтобы люди туда пришли и выстроить инфраструктуру. Одно дело фестивальная история, где арендуется оборудование. Если вы все знаете, да, сколько это стоит, можете поэкспериментировать и посмотреть, сколько стоит сцена, сколько стоит свет, звук, и тогда вы поймете, о чем я говорю. Театр, потом расскажу о Дахе, если кому интересно. Сейчас про фестиваль. Вы говорите про Нагибель, что в дискуссии про Индапеси, вы можете ставить свой заказ? Да, да. Вы говорили, что в каком-то из интервью, достаточно давно, вы говорили, что фестивали подобного Бугафесту ни в Европе, ни в мире не существует. Не существует, да. Это связано с его идеологией или это связано с его мультиплатформой? Это связано и с, ну, с тем, что он не специализируется на чем-то, да, это не театральный фестиваль, это вот нам удалось создать такое пространство, как бы синергию, да, когда это объединяет и размыкает все эти компании художников, будь то литераторов, киношников, в единое поле. И они не сидят на своих кутерках. И создается на самом деле та публика, которая приходит на Бугафест, наверное, она чувствует искренне. И она становится таким же элементом, составляющим фестиваля, как художник. И когда мои друзья, там, знакомые, те же интервьюеры, европейские и русские, приезжали, они говорили, что вам удалось создать такую атмосферу фестиваля, которой, собственно, нигде фактически нет. Даже романтический театральный. Театральный не больше понятно. Хотя, ну, например, Авеню, да, или Эдинбург. Собственно, все, которые туда приезжают, есть там две составляющие программы. Это то, что финансирует французское государство, Авеню. Там бюджет официальной части фестиваля 20, 25, 30 миллионов евро. Да, то есть это вы понимаете, да, там масштаб. Так вот, это одна составляющая. Помимо вот этой официальной программы, где-то 1000-1200 спектаклей офф-программ. Что такое офф-программа в Авиньоне или Эдинбурге, это одинаково. Это любой театр с любой стороны мира, неважно, там никто этого не отбирает. Арендует себе пространство за свои деньги, арендует технику за свои деньги, платит входной взнос в фестиваль, чтобы его вставили в буклет. И после этого надеяться, что его купят. Вот, собственно, идея офф-программы, ну, то есть открытой программы Эдинбурга или Авеню. И что, если никто из вас не был в этих городах во время фестиваля, что это происходит? Ты сидишь на улице, пьешь кофе. Через каждые где-то секунд 15 тебе подходят, ну, как-то странно одетые люди и дают тебе флаеры, рекламу своих спектаклей. 95% это смотреть нельзя, это просто рак глаз. Но это дает эту атмосферу, ну, такую волшебную атмосферу, фестиваль. Рынок, но все равно это рынок. На Гоголь-фесте точно нет рынка. Поэтому этот бессмысленный и волшебный акт дара, то, что я говорю, альтруистический дар художника, в этом есть какая-то, ну, не знаю, в этом есть какая-то вот эта волшебность, да, вот это вот обаяние, бескорыстность. И от этого и другой взгляд публики. Она готова встретиться с человеком, ну, с художником. В этом, ну, мне кажется, это наша особенность. В этом году тоже будет, я решил сделать такую программу. Последний день, но сейчас уже заявок настолько много, что будет еще, наверное, один день, когда главный корпус, ну, вообще вся территория фестиваля, главный корпус будет отдан на откуп театра.
дадим программу, то есть они будут в разных локациях, сама, то есть без никакой нашей поддержки, будут играть свое искусство. Что это будет, не знаю, но думаю, что раз уже 40 театров, каждый театр это минимум 3 человека, 120 человек будут что-то делать. Думаю, что, наверное, кто-то из них будет даже хорошо. Ребята, вопрос можно, если можно. Да. Вы когда-то говорили, помнится, еще лет 5 назад уже говорили о том, что, ну, ребята, эпоха денег заканчивается, начинается эпоха альтруизма. Может, вы этого еще не ощущаете, но уже что-то там происходит. Вопрос. За эти 5 лет вообще что-то произошло? Куда-то мы подвинулись? Ну, как минимум, мы постарели. Это раз. Да. А мы повзрослели. Да, повзрослели, постарели. Второй момент. Безусловно, что-то происходит. Да? Это есть, ну, как бы, это не такой быстрый процесс. Более того, это цивилизация денег или потребления, она, безусловно, очень сильно, как это, она инерционно и очень защищает себя. Потому что, ну, понятно, любой корпорации выгодно, чтобы ты купил, например, компьютер, да, и желательно через, ну, год его выбросил и купил новый. Ну, это нормально, да, там, или лампочку желательно менять почаще, ну, все что угодно, да, то есть тебе вот такая, как бы, система. Но я уже вот, ну, там, ездя по всяким границам, по Европе, общаясь, ну, с образованными, интеллигентными людьми, ты понимаешь, что вот это вот наносное все вот такое потребительское отношение к жизни, оно все больше и больше уходит, как бы, на периферию сознания. Все больше и больше становится приоритетом все-таки какое-то уважительное отношение к жизни, уважительное отношение к профессии. Здесь, конечно, все немножко сложнее, потому что по идее, это должно было бы быть такой системой протекционизма государства. Да? Государство должно было приоритет ставить, вот то, о чем я говорю, учитель, врач, ученый, культурный работник, это те люди, которые системно образуют государство, они должны быть, ну, защищены, ну, лоббированы чиновниками. Ну, у нас такое нет, да, у них своя свадьба, насыщенная на полнокровная жизнь, с бегством, там, с браслетами, ну, в общем, просто прелесть такая, да. У нас своя жизнь. И вот, ну, если мы сумеем сейчас это сделать, вот эту вот цивилизацию, это же не вопрос куда-то туда, это вопрос и к вам тоже. Вы по себе это чувствуете? А то вы мне как это, оракул какой-то. Я говорю, оракул, цивилизация денег. Вот у меня денег стало намного меньше. Я не могу, например, точно, да, не содержать дах толком, не могу, например, вот если раньше я там долго что сделал, понимал, что, например, могу закрыть дырку, сейчас я понимаю, не могу закрыть дырку, неоткуда. Или опять брать кредит, а потом мучительно выхаркивать его несколько лет. У меня такой нет возможности. Говорили, что вам тесно, когда вы возвращаетесь в Украину. А у вас не было мысли, вот такой фестиваль открытый, аналогичный к Эльфесту, создать где-нибудь в Европе, где пространство обучения совсем по-другому дышит? И да, и нет. С одной стороны, вот мы уже 2 раза проводили его в Перми, да, по приглашению, как это, город арта или современного искусства, да, столица, как его называл, да, Марат Гельман, да, позиционировал. Вот. На самом деле вот есть предложение, ну, там, был, по крайней мере, серьезный диалог с Садовым и с мэрией Львова, чтобы сделать какой-то такой объединяющий фестиваль во Львове. Это было бы, наверное, очень правильно. Вот. И в Венгрии, в Будапеште тоже, это как мой друг, соратник по партии Атилла Ульянский, стал другом Национального театра Венгрии, там будет разговор. Точно будет, есть диалог, как это ни странно, в России. То есть центр Мейерхольда, мой учитель, друг Боря Юханана, стал под руком театра Станиславского, Клим стал под руком центра Казанцева. Тоже, я понимаю, там да. То есть вот туда можно двигаться, тут
А к чему? Потому что тут работаете, и тут создаете благотворительность. Потому что живу я здесь, живу я здесь. И я пока верю. Ну, потому что на самом деле, ну как, вот у меня сейчас какая, говорит, вот это, ну там были у меня определенные проблемы в моей, как это, физической жизни. И вот я когда очнулся, я подумал, ну как, конечно, я могу. Реабилитация, да, может быть какая-то, да, то есть мне нужно было, там, ну, грубо говоря, 2-3 месяца, ну, за путешествие, вообще ничего не делать, как мне сказали врачи. Но я думаю, как бы нельзя, да, нужно мобилизовать себя, выставить себе, как бы, ну, немножко вызов себе, да, ну, как-то не... Хотя сейчас у меня возникает, честно вам скажу, это открыто, возникает сомнение, что мне не хватает физических сил. Я быстро устаю. Ну, это из-за здоровья. И это непросто. Как себя мобилизовать, когда такая, ну, как бы жесткая ситуация? Почему? Ну, это испытание, это, ну, это как бы жизнь, да? Это моя жизнь. Это же жизнь моей жены, которая смотрит на меня, мы говорим,